Добро пожаловать, принц Ардес. Ваше присутствие – большая честь для всех нас. Не нужно формальности, Утор. Я еще не король. Рад тебя видеть. Я тоже рад, мой мальчик. Хорошо, что король Таренос прислал мне на помощь именно тебя. Мой отец не теряет надежды, что рядом с тобой я наберусь терпения и опыта. Всякий отец имеет право мечтать. Мы остановились здесь. Разведчики сообщают, что где-то за следующим холмом укрыт лагерь орков. Так я и думал. Это еще не все. Неподалеку находится деревня Странборд. Орки собираются напасть на нее. Насколько мне известно, деревня совершенно беззащитна. Я должен немедленно отправиться к лагерю орков. Ты можешь взять на себя защиту Странборда? Конечно, Утор. За меня не беспокойся. Хорошо. Когда деревня будет в безопасности, приходи к лагерю орков. Я буду ждать тебя там. Будь осторожен. Пожаловать в нашу деревню. Здравствуй. Добро пожаловать. Приветствую вас, ваше высочество. Мы будем драться за Лордерон. Мужики, к оружию! Прошу вас, помогите! Гнолы утащили в лес моего крошку Тимми! Умоляю, спасите его! Спасите! Вытащите меня из этой клетки! Выпустите меня отсюда! Я хочу домой! Спасибо тебе, храбрый воин! Прими это в знак моей благодарности! Thank you.
Спасите нас! Не это уйдет. Ловушка! Забирайте все, парни! Все, что у них есть ценного! Нас грабят! Помогите! Было ваше, станет наше. Нам никто не указ. Эти негодяи украли мою учетную книгу. Без нее я не могу вести хозяйство. Она у них в лагере. Прошу вас, верните ее. Молись перед смертью. Благодарю вас за помощь. Пожалуйста, возьмите это. Проклятье, орки уже напали! К оружию, братья! Тащи этих вместе с остальными!
Тащите их! Да хранит вас божественный свет, принц Артас. Ну что будет с теми, кого взяли в плен? Не беспокойся, мы спасем их. Они вернутся домой целыми и невредимыми. Принц Артас, лорд Утар ждет вас у лагеря орков. Он говорит это срочно. Да, с вами не соскучишься. Вперед! Ты как раз вовремя. Я отправил двух лучших рыцарей на переговоры с вождем орков. Они должны вот-вот вернуться. Проклятье! Эти орки никогда не сдадутся. Тогда в атаку и уничтожим этих тварей. Запомни, Артас, мои паладины... В своих поступках мы не можем следовать одной лишь мести. Позволив жажде крови затмить наш разум, мы станем такими же, как орки. Ты прав, Утар. Теперь, если у тебя еще остались силы, я хочу, чтобы ты возглавил эту атаку. Я? Ну, конечно. Я останусь здесь и буду охранять лагерь. Я не подведу тебя. Я знаю, мой мальчик. Постройка завершена. Постройка завершена. Осаждают враги. Готово. Готово. Готово.
Готово. Готово. Готово. Готово. Некуда класть. Постройка завершена. Готово. Некуда класть. Постройка завершена. Глупец! Демоны придут с небес, и этот жалкий мир сгорит в огне. Так говорят колдуны из клана Черного Камня. Да, эту песню я уже слышал. Вас, орков, ничего не учит. Это был только призрак. Проклятие, чего они добиваются? Близится конец света. Пусть эта жертва смягчит гнев демонов. Безумные твари, вам никогда не уйти от... Убить орков! Уничтожить их всех! Готово. На нас напали. Постройка завершена. Готово. Мы рады встрече, добрый человек. Хочешь поохотиться с нами? И какая же дичь нужна гномам в этих лесах? Мы ищем черного дракона. Говорят, что его кровь наделяет клинок силой огня. Если ты поможешь моим друзьям, мы с радостью поделимся с тобой добычей. Пожалуй, огненный клинок мне не помешает. Дракона, которого мы ищем, зовут Сиренокс. Теперь он не уйдет. Готово. Постройка завершена. Готово. Готово. Постройка завершена. Вы осмелились бросить мне вызов. С каждым поколением смертные становятся
становятся все более безрассудными. Теперь мы отнесем его сердце гномам. Готово. Исследование завершено. Я перекую ваше оружие. Отныне оно будет разить врага огнем. Постройка завершена. Исследование завершено. Морлоки? Здесь? Наверное, их лагерь где-то неподалеку. Исследование завершено. Ты справился, мой мальчик. Люди запомнят эту победу. Не знаю, Утор. Орки приносили в жертву крестьян. Похоже, они пытались призвать демонов.
Орки цепляются за старые традиции, но мы победили их демонов давным-давно. Возвращаемся домой. У нас был тяжелый день.